Для ухи нам нужно будет рыба, укроп, лук, головка лука, картошка, морковка, соль, черный перец. Так, вот это основа всей этой ухи, такого вида. Так, вот, все почищено. Окей, это следующий этап. Рыбу еще порежем так на два кусочка, на три. Так. Зуб болит, но надо делать. Теперь начинаем закладку всего в кастрюлю. Картошку режем с такими большими кусочками. Такими. Так. С картошкой покончено. Почти. Теперь морковка. Морковку тоже режем. Нормально, такими штуками. Поменьше. Так, теперь сюда заложенные. Лук тоже режем большими. Кусочками. Вот такими. Заложенные. Теперь укроп, лук, зелень. Так. Раз. Все это пойдет в наш повар. Так. Вот так, что получилось. Вот все сложили. Добавляем соли, там будет видно, я на глаз сыплю, не знаю, как получится у тебя. И перчик, ну это основные, еще не открывал, перчик вот, вот так, ну не перебарщивать, нормально, так, хорошо. Теперь это все берем и перемешиваем. Прям там в кастрюле. Никакой воды, ничего нет. Все перемешиваем. Так. Вот. Закладка готова. Теперь остается положить рыбу. Залить водой. И готово. Сейчас буду резать рыбу. Так, ну, рыба у меня здесь, так, где-то, так,
мексиканская рыба. Теперь самое главное в закладке. Рыбу нужно положить внутрь. Так. И чтобы она покрылась овощами. Вот вроде готово. Так, она не на дне, но и не наверху, покрыта этими овощами. Теперь воды заливаем ровно столько, сколько у нас есть картошки. То есть вот, чтоб только покрылось немножко. Пошло. Это самое главное условие, чтобы воды было ровно вот столько, не больше, не меньше. Так, чуть-чуть еще. Так, все. Теперь ставим это все на печку. Доводим до кипения. Накрываем крышкой и ставим на медленный огонь на полчаса. Сейчас будем ждать, пока все это нагреется. Так, окей. Итак, как только закипело, ничего не мешая, мы добавляем еще один ингредиент секретный, который я добавляю всегда во все практически блюда. Это то, что называется кашем. Кашу маслом не испортишь, вот видишь. Кусочек такой сливочного масла. В любое блюдо, если добавишь, то это придаст очень хороший вкус. Через полчаса все готово. Можно налаживать и кушать. Так. Все, процесс закончен. Вот и все. Готово.